Оранжевые снежинки. По таким названиям в Серпухове стартовал 4-й ежегодный турнир по баскетболу среди девушек 2006-2007 годов рождения. На торжественном открытии в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» побывала и наша съемочная группа. Более 100 спортсменок приняли участие в традиционных соревнованиях по баскетболу. География команд обширна. Приехали представители Москвы, Старого Оскола, Губкина, Белгородской области, Липецка. Хозяйки паркета – представительницы спортивной школы «Звезда». Этот турнир уже проходит 4-й год, получается. Мы каждый год играли. Если мы постараемся сыграть остальные игры хорошо, то вполне можем претендовать на призы. Прошлогодние победители турнира свой первый матч крупно проиграли с зеркальным счетом 25-52. Обидчик – фаворита турнира баскетболистки московского клуба «Руна». Я считаю нас фаворитами турнира, потому что мы неоднократно на других соревнованиях побеждали. Победитель турнира определится уже завтра. Серпуховичкам необходимо в оставшихся матчах только побеждать, чтобы защитить прошлогодний титул лучшей команды соревнований.